Предложение Минобороны России по демаркации и делимитации границ для нас приемлемы, заявил Никол Пашинян. Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали востребованность усилий миротворческого контингента для урегулирования ситуации, заявил Владимир Путин. Арарат Мирзоян и Станислав Зайс обсудили возможные шаги в рамках механизмов и инструментария ОДКБ. НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил заместитель помощника генсека НАТО. Freedom House призвала международные структуры задействовать механизмы, направленные на обеспечение долгосрочной стабильности между Арменией и Азербайджаном. Действующий председатель ОБСЕ поприветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 1019 случаев заболевания коронавирусом, 1461 человек выздоровел, 30 скончались.